В небе над Ирландией замечено НЛО. О непознанном летающем объекте сообщили сразу несколько пилот различных авиакомпаний. В небе над Ирландией пилоты нескольких рейсов сообщили о ярких вспышках НЛО. Об этом сообщает BBC. Накануне, 9 ноября, пилот авиарейса British Airways, пролетая над юго-западным побережьем Ирландии, сообщил о ярких вспышках. Пилот связался с диспетчерской, чтобы узнать, не проводятся ли в этом районе военные учения. Мужчина сообщил, что перед самолетом промчался неопознанный яркий объект. Диспетчер сообщил, что никаких военных операций в воздушном пространстве не проводится. Еще один пилот компании Virgin Atlantic Airways, увидев в том же районе летающий объект, предположил, что это метеорит или другое плотное тело, проходящее в атмосфере Земли. Пилот отметил, что за НЛО летело еще несколько ярких объектов. Один из очевидцев говорит, что скорость объектов была приблизительно 2 Маха, 2450 км в час. Стоит отметить, что современная военная техника значительно превышает этот показатель. Ирландское авиационное управление уже занялось расследованием инцидента. Ранее астроном-любитель зафиксировал возле Луны неизвестные объекты. Некоторые специалисты считают, что это метеориты. Также корреспондент писал о том, что американец снял на дороге летающую тарелку. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.